45 лет назад 48-я школа открыла свои двери для первых учеников. 3 октября здесь соберутся все выпускники, чтобы отпраздновать юбилей родной школы. Школа в этом году распахнула свои двери в обновленных помещениях. Мы смогли сделать ремонт во многих помещениях. Спасибо родителям, спасибо спонсорам, спасибо городской администрации, которая помогла нам в этом. Педагогический коллектив квалифицированный. 35 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 28 – первую квалификационную категорию. Мы рады тому, что дети вновь пришли в школу, мы по ним скучали, и мы их очень ждали. В этом году для 45 одноклассников школьное 1 сентября отгремело в последний раз. А вот впервые за школьную скамью сели 90 первоклассников. Сегодня 1 сентября, у меня новая форма, новые книжки, новая школа. Я буду учиться хорошо, чтобы радовать своих родителей. Дарья Федерягина, Александр Киселев, Вячеслав Шевчук, информационное агентство «Курган.ру».